Ребят, всем привет! Здравствуйте! У нас сегодня пасмурная погодка, Ксюша. Мы с Ксюшей катаемся на великах. И, в общем-то, мы не ищем, конечно, легких путей. Вчера была, позавчера жара 40 градусов, а сегодня мы поехали с ней кататься на великах. Нет, я просто... У нас на работе нет кондиционера, поэтому я не знаю, как я отработала вообще. Это такой кошмар. И душа моя сегодня требовала какой-то моральной компенсации в виде покатушек на великах. Хотели вообще искупаться, может, даже и рискнем. И поснимаем интересный репортаж. Что мы сегодня хотим снять? Мы хотим сейчас для вас показать склеп каких-то богатых дворян, умерших и захороненных в поселке Жолна. Это мы опять находимся на местной Рублевке. И у нас сегодня была ночью такая... Ты так смотришь. Вот у нас сегодня ночью была ужасная гроза. Посмотрите сейчас фотографии. Все сверкало, небо было фиолетовое. Красота, конечно, неимоверная, но было реально страшно. Да, было реально страшно. Свет постоянно моргал. Коты испугались, сильно попрятались. Куда-то залезли там на верхотуру. Жолнина молния ударила в дом. Опередил меня все уже. Вот, в Жолнина, да, молния ударила в дом. И дом этот сгорел. Вот, съездим, посмотрим еще вот это происшествие. А сейчас мы находимся на территории загородного отеля и вообще это загородного комплекса, ранчо называется. Мы любим очень это место. В то время, когда здесь все функционировало, сейчас, естественно, все закрыто, потому что везде карантин. И на ремонте. Да, и смотрим сейчас, Ксюша, наш любимый бассейн на ремонте. Мы сюда ездили, отдыхали, ходили в хамам, купались в бассейне. Я сейчас покажу это маленько. И, ну, в общем, такое очень хорошо проводили время. Сейчас закрыто, бассейна нет, ничего нет. У нас, кстати, даже куплены билеты в аквапарк в городе Кстово. Да, мы как... купили зимой. Прямо перед самоизоляцией. Да, и так и не сходили в аквапарк в итоге. А сейчас он закрыт, получается. Не а знаю, билеты, да. А билеты только один год действуют, поэтому у нас это... А, вот. Подожди, когда мы? В феврале, да? Да, мы как раз перед самоизоляцией купили, и все. Да, это в феврале, короче, мы их купили, и они годны до февраля следующего года, получается. Ну да, в общем, будем надеяться, конечно, что все нормализуется, но надежда, она что-то тухнет с каждым днем, потому что сегодня открываем новости и прочитали, что наш Китай, который мастак на изобретение разного рода, в том числе, как казалось, на эпидемии болезни, придумал еще и бубонную чуму. Вот и чем это все закончится, посмотрим. Сейчас покажу немножко территорию ранчо. Очень хорошая здесь, ну, и атмосфера. Он находится в сосновом лесу. Воздух такой чистый, удобный. Я вообще лохматую, расческу не взяли. Ехали, у нас дождик, кстати, немножко тут это застал. Ну, такой чуть-чуть накрапал, но мы все равно с Ксюшей ехали. Мы привыкли уже по дождю, и вообще, мне кажется, в любой... Да, в и любой по граду ехали. Да, и в любые погодные условия, наверное, уже будем кататься и вообще наслаждаться жизнью. И приглашаем вас прокатиться вместе с нами. Да. Это Ксюша. Ксюша, привет! Сушка, там на будке, главное, смотри, как скреативничали, эту дверь какую-то сделали, он окно, типа, как будто это вход еще в одно помещение. О, барашки. На козлике покататься можно. I love you, ранчо. Мельница крутится, кстати. Вот хороший такой приятный комплекс. Здесь ресторан находится вот в этом здании. Были в этом ресторане. Хорошо кормят. Там вот деревянный комплекс. А, вот, здесь, кстати, такая особенность. Здесь несколько зданий, гостиниц, построены в разном стиле. И когда сюда заезжаешь на отдых, выбираешь отель, ну, близкий по духу, скажем. То есть есть и там стиль хай-тек, то есть современный стиль. Есть и вот такой эко. Деревенский. Да, эко-деревенский. То есть там действительно, ну, такая атмосфера прям поддерживается. Кстати, то есть мало того, что из дерева. Название у отеля разное. Там написано «Подкова». Ну, это... На том написано, сейчас все прочитаю, что там.
Ну, вот эти вот, я не знаю, я помню, что мы вот выбирали, и тут они разные вообще абсолютно. У них даже и... Магазины, по-моему. Да, здания разные. Здесь вот, это спортклуб. А это вот спортклуб наш любимый, мы сюда ходим. По мне, конечно, сейчас не похоже, что я вообще посещаю какие-то спортивные заведения. Вот, а там вот, где сейчас идет ремонт, там наш любимый бассейн. Посмотрим после открытия, как они там отреставрировали, что там нового придумали. Потому что, ну, я не знаю, мне очень нравился бассейн. И сам комплекс очень сильно нравился. Смотрите, как скреативили. Обыграли дерево, не стали его до конца срубать и пристроили к нему, как это называется, штука-то? Курок, да, такой. И куда патроны вставляются, не знаю, как это называется. Если кто знает, напишите в комментариях. Вот такая территория, красиво очень. Смотрите, какую нашли штуку. Вообще круто. Здесь вот этого не было. Тотем. Вообще крутяк. Тотем. Кстати, бар работает. Ну, бар-то могут. То есть на улице можно. Вообще крутяк. Ребят, короче, мы заехали на кладбище поснимать. И попали под самую-самую тучу. Мы заехали под тучу. Мы заехали под тучу, да. Мы стоим, на нас льет дождь. Да. А там дальше, я смотрю, что не... Да, а там дальше небо светлое. В общем, короче, что я вам хотела показать. Еще в далеком детстве, вот поскольку лет-то мне много уже, мы сюда ходили с детьми, и здесь находится вот в этом склеп, здание, гробница, я не знаю, как правильно назвать, в общем, там было несколько, сейчас вот закрыт, к сожалению, наверное, сейчас попробую. Ну да, блин, закрыто. Вот, здесь было несколько могил, там, но могилы были пустые, то есть там были такие, по-моему, 4, если не ошибаюсь, ну, как сказать, ямы в земле, вот, бетонные такие, и, ну, это, гробы были перезахоронены куда-то. Ребят, вот мы подъехали к сгоревшему дому, сгорел он сегодня ночью, в него попала молния, жалко очень. Да, нет, близко так мы не будем, чтобы людей не смущать, я увеличила. Вот, там сейчас вон люди разбирают его. Жалко, конечно, очень, это беда большая, когда пожар такой. Внутри все выгорело, вообще все абсолютно. Ну, каменный дом, как ни странно, кстати, рядом уцелел, прям вообще даже ничего, никаких повреждений у него. Пристроили, видно. На крыше немножко. Ну, немножко, а так. Дарь. А этот прям, конечно, вообще практически весь. И период. Ну, он, видишь, не такой-то он деревянный, а там по факту с каких-то плит сделан. Не знаю. Да, там плиты такие, как стружки, чтобы прессованные, не знаю, как они называются. А дерево это просто отделка, да, такая была это. Ну, сейчас полно. Единственное, хочу сказать, сейчас только всякий материал, я не знаю, там и громоотводы, и все, чего только нет вообще. Щечки даже специально какие-то, и внутри какие-то приспособления. Как так, надо же, ну это что, судьба. Молнию прямо в этот дом ударила. Угу. Ребят, в общем, мы добрались домой с Ксюшей. Кстати, так на улице почему-то светло, хотя время 8:30. А небо все в тучках. Хотела найти какую-то интересную информацию про, как я называла, склеп. Это сейчас, в общем-то, это часовня. Ну, в принципе, и тогда, наверное, это было часовня. Просто в те времена далекие, там, 90, какой 90, 80 какой-нибудь, там, я не знаю, 3-й год. Вот, там был, вот я четко помню, что там были вырыты могилы, но они были пустые. Вот, информации никакой по этой часовне нет. Абсолютно. Дата постройки написана неизвестная, ничего неизвестно, в общем. А про саму церковь интересное тут, в общем-то, повествование идет, но это потом как-нибудь сниму в следующем видео. В общем, мы дома, замерзли, намокли и отогреваемся, сидим. Такое у нас сегодня, в общем, очередное приключение получилось. Все, ребят, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем очень рада на нашем канале. Все, пока-пока.